Производители продуктов питания и фермеры из разных регионов России принимают участие в ярмарке «Приятного аппетита», открывшейся в выставочном зале «Экспо Одинцово». Здесь можно найти кубанские сухофрукты и чайные сборы, мясные деликатесы и колбасы из Ростовской области, суздальские пельмени, вареники, котлеты и блинчики, астраханскую замороженную соленую и копченую рыбу, вяленые ягоды, сушеные грибы и кедровые орехи из Сибири. Представлен также кориандровый и царский мед из Ленинградской области, натуральное льняное масло без горечи, разнообразные пряные специи из Абхазии, а также пряники, шоколад и зефир ручной работы из Подмосковья. А монастырская мыловарня из Костромской области привезла фитобальзамы, кремы и шампуни. Ярмарка будет работать по 20 февраля.